хорошо. Юная Челябинка установила новый рекорд в программе федерального канала. На одной ноге присела 18 раз за 34 секунды, побив свой собственный спортивный результат. Его она добилась в начале апреля, чем и заинтересовала Максима Галкина. 16! 17! 18! Пятилетняя Вероника Кислицына уже попала в книгу рекордов России по приседаниям на одной ноге. Причем видеодоказательство, по которому девочку и удостоили награды, снимал ее папа. На кадрах видно, что Вероника приседает пистолетиком 17 раз за минуту. Как выяснилось, юная спортсменка занимается гимнастикой уже полтора года, не прекращая тренировки даже дома. Теперь, по словам родителей, следующая цель Вероники – золотой значок ГТО.